накалятся волны. Это уже вторая станция метро. Стало налаживаться уже, как-то солнышко проявилось уже. Это уже третий, проезжаем третий микрорайон Будапешта, как раз сейчас. Обуда называется он. Афиша над дорогой. Тимородца, это остановка была. Флаг города реет на флагштоке. Мост сейчас проезжаем, который идет по Гончар под прямо дорога вот эта вот как раз. Да. О, судёнышко стоит прогулочная. На автобусе ездил раньше. Теперь его. Да, Сент-Электир. Остановка. И сам район Обуда вообще он потеряет по населению больше, чем Кривый Рог. Как раз потому что это считай город в городе. Вот новостройки. Красивейшие новые здания идут. А вот строится новое, еще не достроено. Как раз. Машина обгоняет наш поезд. И какая это станция, Фила? Только не разобрал, быстро поехала. Фила Торигат. Везде расписаны стены, граффити. И там очень качественно, красиво. Не так, а. Со вкусом даже. Реально. А вот она как раз, этот автосалон, и Volkswagen, Audi. Концептуальный такой, здоровый. Да. Красиво, вот это на камешке лежат. Вот еще одна станция. Там еще не табличка. Непонятно какая.